Команда ГУ Москва. Стоп! Что такое началось? Не успели выйти на сцену, сразу начали у всех выигрывать. Ведь такая замечательная атмосфера. Играем с друзьями, а у друзей выигрывать нехорошо. Тогда деньги мне за преферанс верни. Я сейчас не об этом. Макс, ты что, не понимаешь? Мы единственная команда, которая с нуля начинает. Все остальные с 1/10. Вот. Значит, мы должны оправдать оказанное нам высокое сомнение. Тем более, какая разница? 1/10. Да хоть балл, да хоть 5 баллов. У нас дальше такой материал, что плотнячко. Я с ним играл, он блефует. Да что ты своим преферансом все? Мы же единый слаженный коллектив. Если в голову пришла какая-то идея, то не сговаривай. Совершенно спокойно, без нервов. Каждый делает, что должен. Команда, как единый механизм. Что-то пошло не так, хоп, шутка, сразу пошла реакция. И главное, спокойно, без нервов. Ведь если не мы, то кто? Поехали! Звонок директору Первого канала в 7 часов утра. Алло. Алло, Константин Львович, здравствуйте. Это Геннадий Петрович Малахов беспокоит вас. Здравствуйте. Константин Львович, что-то я сегодня за не мог. Наверное, не приду я сегодня. Ну, Геннадий Петрович, ну не знаю, там чесночок себе в ноздри засуньте. Жеванную паутинку к височкам приложите. Пяточки свеклой потрите. Морковкой. Что? Пяточки морковкой надо, остальное правильно все сказали вы. Мне, конечно, очень приятно, что вы смотрите мою программу, но от моей болезни мне бы пивандрия. Что? Пивасика. Что? Не приду я сегодня, говорю. Однажды в Америке. Hey, stay where you are. Take this guy. So... Здравствуйте, в эфире программа «Одноэтажная Америка», и мы ее ведущие Владимир Познер и Иван Ургант. Вань, помнишь, ты спрашивал, в каком штате самые злые и тупые полицейские? Так вот, лучше бы ты это у меня спросил, а не у них. Понял? Нет, понял. Случай у входа в ночной клуб. Я не могу пропустить вас в этот клуб. А ты старайся, пробуй, тренируйся, молодец. Уже неплохо получилось. Знакомая всем москвичам ситуация. Вы выходите из магазина, а вашу машину уже грузят на эвакуатор. Вот, и я, короче, да, говорю, я что... Тоже... Эу! А ну, слушай это! Опусти мою машину, козел! Ты что творишь-то? Андрей, прекрати, что ты делаешь? То есть с подругой она по магазинам пошла, да, домой, к маме, да в Пензу, поехали! Утро человека, который твердо решил начать бегать с сегодняшнего дня. Еще 5 минуточек, но побегаю побыстрее. Не обязательно с 3 километров начинать, можно пока и с 2. Нет, решил. На Рублевке элитную технику ремонтируют элитные мастера. Здравствуйте, у вас сломался японский телевизор? Да, здравствуйте, вы тот самый элитный мастер? О нет, вы платите такие деньги, я всего лишь переводчик. Вот настоящий мастер. Что он говорит? Он узнал в этом телевизоре работу своего ученика. Что он сказал? Он просит обесточить телевизор. Ой, простите, пожалуйста.
Это сердце телевизора. Не пройдет и 12 лун, как он ее заменит. А можно как-нибудь побыстрее, а? Хозяюшка, так это чирик на фуфырик. Чё ты палишься-то? Чё ты палишься? Крупная компания на следующий день после корпоратива. Вы документы отксерили мне? Да-да-да. Угу. Отчеты, когда мне подписать? Угу, я понял. Здрасте, мне бумажки подписать, ну как обычно. О, вы посмотрите, кто пришел! Мистер Абсент меня что-то не вставляет! Ладно, все, давайте работать. Мы, кстати, вам компьютер под стол поставили. Зачем? Ну, мы вчера поняли, вам там удобней. Мальчики, привет! Я пришла. А зачем вы пришли к нам сегодня? Так вы меня вчера на работу взяли. А что вы умеете? То же, что и вчера. Ну хорошо, будете работать у нас в бухгалтерии. Девочки, у вас новенькая. Вот. Ладно, давайте приступим к работе. Это налоговая. Да вы что, все отупели после вчерашнего? Да, налоговая. Что у вас? Заходите, давайте работать уже. Дорогие друзья, этот год был объявлен годом семьи. Прошлый год был годом ребенка. Но почему у нас в стране так всегда? Сначала ребенок, потом семья. Давайте как-то совмещать уже!